Всем большой привет! Зовут меня Илона. Солнечное утро сегодня, весеннее утро. Я покажу вам сегодня пинкипы, которые я сделала для этого времени года, для весны. Праздник, который приходится на это время года, это Пасха. И в этом году я сделала весенние пинкипы, которые можно использовать все это время года. Перед вами книга от Вероник Аженер. Очень любимая книга, я вам ее уже показывала. И где-то в покупках даже у меня есть небольшой обзор на эту книжку. Эта книга не только для вышивки, но и для очень такого порыва вдохновения, потому что здесь, сами знаете, Вероник не только умеет создавать очень красивые дизайны, которые легко вышиваются без особого труда, несколькими оттенками нитками DMC, но и выпускает книги, которые приносят море вдохновения. Даже когда не хочется вышивать, можно взять книгу и просто полистать. Был у меня такой период, да, когда мне не хотелось вышивать и не было времени, но полистав эту книжечку немножко, я все больше и ближе и быстрее продвигалась именно к той идее, которую задумала еще очень давно. Вы могли видеть перед вступлением в видео такой небольшой видеообзор, как я создавала пинкипы. И немножко о материалах я хочу рассказать, прежде чем показать вам готовые работы. Как за основу я брала ткань равномерного переплетения 25 на 35 сантиметров, это мурана с принтом. И для задней стороны я использовала вот такую ткань для пэчворка. Видите, как она называется, которую я купила недавно на выставке. Для обратной стороны вышивки, чтобы проклеить, да, и немножко сделать, смягчить эту часть, где расположен сам сюжет, то есть изнаночку, я использовала вот такой клеевой утеплитель. Для сшивания пинкипа я использовала ниточку Танстом, моя любимая ниточка бисерная. Вот такие оттенки венков я выбрала. Клеем я приклеивала боковую сторону самих пинкипов. Я организовала птичек вот в такие симпатичные коробочки. И у меня получилось два комплекта. Вот так они выглядят. Итак, давайте посмотрим первый комплект, который состоит из 4 яиц. И первую птичку, которую я вам покажу, это птичка. Как я определила, в самой книге была подписана эта птичка, это зяблик. Вот так красиво выглядит птица на основе мурана с принтом в цветочке. Вы видите ту боковую часть, о которой я вам говорила и показывала ранее, я проклеила. Ну а рассмотрим саму птичку поближе. Здесь у меня, конечно, была импровизация в плане травы. По схеме идет обычная тень. Я решила сюда добавить пару цветов зеленых ниток DMC. И как будто птичка стоит на траве. Ну а здесь уже, видите, протянула long stitch к цветочку, который выпал сам собой на вышивке. И получилось, что когда мы смотрим вот на таком расстоянии, получилось, что как будто бы цветочек наклонился в эту сторону. И обратная сторона. Так, следующая птичка. Воробей. Ну, здесь его несложно угадать. Не все, конечно, птицы я смогла определить. Я, конечно, не орнитолог, но, возможно, кто смотрит из вас, мои зрители, больше понимают в этом деле и подскажут, какая же птичка есть, как ее зовут на самом деле. Как мне показала книга, это воробей. Использовала я здесь по ключу все ниточки DMC. И посадила воробушка на такую веточку. Потому что здесь тоже у меня была небольшая импровизация. Вот такое яйцо. Я сделала обратную сторону полностью с этой тканью, чтобы они уже были все одинаковые. Сейчас солнышко вышло, и лучи солнца так падают красиво на этот комплект пинкипов. Следующая птичка, ее легко очень угадать, это синица. Синичка тоже имеет место быть, и как мне видится, именно птички очень хорошо выглядят на форме яйца. Приятные, конечно, Вероник цвета использует.
Так, и я так подозреваю, что эта птичка очень похожа на зарянку. Возможно, я могу ошибаться, поправьте меня, может, кто знает. Но это то, что я смогла определить. Может быть, я и не права. Вот такая птичка. Симпатично. Вы видите, на какого размера эти яйца? Практически на всю мою ладонь. Так они выглядят. И это была первая коробочка. Ну а вторая коробочка. Я использовала здесь уже ткань с сердечками. Первую птичку, которую я вам покажу, вышита на цвете мурана с сердечками. Я думаю, что эта птичка малиновка, уж очень у нее похож окрас. Всю ткань, которую вы сейчас видите, все крестики, всю вышивку я стирала, прежде чем использовать и собирать в пинкипы. Поэтому, конечно, крестики немножко имеют другой вид, не тот, который бы мне хотелось, потому что стирка вносит свои коррективы. Нитки немножко подсаживаются, сама ткань подсаживается. И, конечно, ниточки, ну, не так уже смотрятся, как смотрелись до стирки. Это надо признать. Следующая птичка, возможно, это щегол, но у нее, видите, какая зеленая спинка. Очень выраженная, красная голова. И вот так вот птица наклонилась. В этих пинкипах у меня была полная импровизация в плане, на чем эти птички будут сидеть, насколько они будут расположены посередине самого яйца, или вверху, или внизу. Немножко они где-то, возможно, отличаются по своим размерам, если мы возьмем вот так вот, да, птички две. Ну, я думаю, что это не суть так уже важно, да, что есть отличия. Я выбирала птички, которые были именно в этой книге, и старалась их скомпоновать, да, в такой набор. Еще у меня две птички такие, где-то по окрасу они похожи, но все же, мне кажется, это разные птицы, а может быть и нет. Просто эти птицы взяты с разных сюжетов. И вот такая птичка поближе. Снова лучи солнышка мне сюда немножко падают и освещают саму вышивку. Еще раз покажу вам, как смотрится ребро этого пинкипчика. Вот. И сама подложка, сама задняя сторона. Очень милая такая. Вы знаете, я когда ее покупала, думала использовать для каких-то, для какой-то, возможно, косметички, еще для чего-то. А так у меня все как-то по цветам, мне кажется, очень хорошо совпало. И эта ткань быстро нашла применение в этих пинкипах. И самый первый птенец, которого я вышила, самая первая птичка, которая у меня получилась, это вот эта птичка. Вот такая красота. Из двух комплектов. Очень мало времени у меня сейчас на вышивку, так складывается, и поэтому, возможно, у меня растянулись эти пинкипчики, я не так быстро их смогла собрать, но, тем не менее, я успела к Пасхе. Всем вам большое спасибо за внимание, вышивайте. Возможно, для кого-то это было таким вдохновляющим видео, или идеи также использовать именно вот такие птички для украшения дома. Всем вам большое спасибо еще раз за внимание и до новых встреч. Пока-пока!